А сегодня всех, кто носит синие кителя, чествовали в Краснодаре. В краевой прокуратуре присутствовали губернатор Кубани, спикер регионального парламента, председатели судов и руководители силовых структур. Поприветствовал всех прокурор Краснодарского края. Сергей Табельский отметил, что принципы работы ведомства не изменились за 298 лет с момента основания. За почти три столетия, что существует наше ведомство, в стране не раз менялись формы правления, социально-политические условия, проводились многочисленные преобразования. Но российское государство всегда опиралось на прокуратуру, доверяя ей одну из основных ролей в наведении порядка. В этом году к нам поступило свыше 200 тысяч обращений жителей. Почти половина из них разрешена непосредственно прокурорами. Выявлено 130 тысяч нарушений закона. По инициативе прокуроров дисциплинарной и административной ответственности было привлечено свыше 18 тысяч виновных должностных лиц. Под постоянным контролем оставались вопросы соблюдения законности и социально-экономических сферах, противодействию коррупции. Вы сориентированы сотрудники прокуратуры, прокурора, районов не на действия, не на борьбу с преступностью, а на самом деле на результат борьбы с преступностью. Вы сориентированы не на меры прокурорского реагирования, а на решение, опять-таки, на результат, который вследствие мер прокурорского реагирования будет получен, будет достигнут. Вот что сегодня важно. Не количество представлений, а качество их удовлетворения. Граждане должны чувствовать, что они защищены. И неважно, с какой стороны может быть идти проблема, защищенность. Я благодарен вам за то, что практически 500 миллионов возвращено зарплаты, которые люди и не надеялись получить. Но благодаря вмешательству прокуроров, органов прокуратуры, 500 миллионов, еще раз подчеркиваю, задолженности погашено. Сейчас прокуратура едва ли не единственный государственный орган, куда люди могут обратиться с любыми проблемами. От плохого ремонта дорог до завышения цен на услуги ЖКХ. Именно контроль за жилищно-коммунальным хозяйством остается одной из главных задач кубанских прокуроров.